Вот так вот бывает, людей учат уму-разуму, вот так выкидывают мусор, не смотрят, что живут в обществе, засоряют все. И вот парень пошел закинуть обратно им мусор, но они не сдержались, толкнули его. Но тут непонятно, что он берет в машине, может что-то, смотрите, одного, второго. И на оригинале видео слышно удары, что это не постановочно, скорее всего, а действительно так и было. Видите, если бы каждый в обществе наводил порядок, где находится, то, может, мы жили бы все по-другому. Потому что по-другому люди не понимают. Раньше в школах было палкой давали таким, кто не хочет соблюдать порядок. Все динамично. Ну, может, он борец или кикбоксер, или боксер. Тут непонятно, каким видом спорта он занимается. Но сейчас будет чуть-чуть еще замедленнее вот это все, чтобы уже оценили вы масштабы. Ну, надо всем физически развиваться, потому что бывают такие ситуации, что надо прийти кому-то на выручку, взаимопомощь, навести порядок. Только, конечно, силу во вред нельзя использовать, а только на благие дела и цели.